Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прахам Банде Нитта Ананда Саудитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджана Самаюктам Бинда Ванам Ману Ванчакалпатаруашакипасиндабевача Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Нама Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетагирам Яткипатамханг Банди Парамананда Мадавам Бриндави Тулсидев Байпияви Кешавасва Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тату Жайо Мадира Санкиртане Кришна Катху Падеша Гаурия Патрашва Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагодарана Дхайям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Титаспадам Сива Виранчанатам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатай Бисфуриджи, такими пикапопоподу, свадарши, пуранануриагра, сусайгра, сарамути, сарадикамуи, каданкивам, кароши. Шри Кришна Чайтанна, Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхактабинда. Шри Кришна Чайтанна, Прабхунитананда. Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита бхужав канака бодато санкетанай кавитару камала ятакша вишамбаро дижаваро джугадхармапало банде ягат приякаро каруна бхатаро Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гоури нирантара бибуши хитобам бхагам Нараяно прияманга мада пахарам Барауна Сипурапати Бхаджаби Шанатам Ваги Шаджуша Бадане Лакшми Риджасача Бхакшаши Ясьястиде Самбид Пам Шингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари
Ram, 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 Hare, Hare. Kriya Saktan, Dhig, Dhig, Bikata Tapaso, Dhig, Cha, Jamin, Dhigasto, Brahma, Aham, Badana, Parifullana, Jaro, Matina, Kim metano sochamo visero somatiano naro pasuno na ki sanchit leso pi aho ho milito gauramaduna kriya saktan dhik dhik bikata tapaso dhik cha jamin dhigostu brahma aham badana parifullano jaro matino kim etano sochamo visero somatiano naro pasuno Na ke sanchit leso pi aho ho gaur milito gauro madhuno. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru сказал, нам не интересны ни наслаждение, ни отречение, ни бхога, ни тьяга. Гаурия Гоштхипати, Шишила Бхакти, Сиддханта Сарасвати Госвами Такур, Прабхупад Джагадгуру сказал, в действительности нам не интересны ни наслаждение, ни отречение. Махапрабху обучает нас отказаться от наслаждения и от отречения. Глаза, уши, нос и все, и разум, мозг, ум, материальные, обусловленные души. И они пытаются черпать удовольствие из различных, из пяти областей. Панчал-кшетра. То есть пять разных наслаждений доступно обусловленной душе. Наши глаза, уши, нос, язык. Тянут нас в разные стороны, и мы безнадежны. Прабхупад говорит. Шутя, Прабхупад говорит, обусловленные души, у них нет выхода. Они не могут слушаться в совершенстве Гуру Вайшнавов. Они не могут в совершенстве совершать бхаджан. Тем не менее, они, приходя к Вайшнавам, избегают Харикатху, пренебрегают наставлениями. Как я уже приводил пример, давно Прабхупад сказал, рассказал историю. Один сын богатого землевладельца заболел туберкулезом, и его отец был поражен. Как это возможно? У нас жизнь на высоком уровне, он ест хорошую пищу. Пригласили аюрведического доктора. Аюрведический доктор сказал, я хочу наедине поговорить с вашим сыном. Ему позволили, и тот сказал, не обманывай меня. Скажи честно, ты куришь? Или что-то подобное совершаешь, делаешь? Да, я курю. С сегодняшнего дня ты не должен делать этого. С сегодняшнего дня тебе запрещено делать это, потому что если ты будешь продолжать, ты умрешь из-за туберкулеза. Доктор подошел к отцу этого человека,
мальчика и сказал, все в порядке, я дал ему предписание, есть лекарства, все будет хорошо, но он не должен покидать дом. Его необходимо кормить молоком, сыром, хорошим маслом, йогуртом, то есть молочными продуктами. Когда юридический доктор покинул дом, мальчик побежал за ним. Я хочу попросить вас об одной вещи. Я хочу слушаться ваших наставлений, хочу следовать предписанной диете, но при этом я хочу также принимать табак, то есть я хочу продолжать курить, но доктор сказал, это невозможно. И точно так же вайшнавы не могут позволить вам наслаждаться. Они хотят излечить вас. Они хотят оборвать вашу материальную обусловленность. Ложные же ачарья могут позволить вам наслаждаться, делать то, что вы хотите. Они могут вдохновлять вас на то, чтобы бросаться в огонь. Но чистый вайшнав, даже если вы оставите его, он не позволит вам продолжать вести себя так, как вам вздумается. Потому что конечный результат этого — вы умрете, это будет смерть. И вы не достигнете бхакти при этом. Итак, Махапрабху обучает нас таким образом. Обусловленные души заняты наслаждением материальных чувств. Они пытаются, но вновь сталкиваются с проблемой. То есть пытаются перестать наслаждаться, но 2 месяца, может быть, они воздерживаются, но через какое-то время они претерпевают проблемы и опять начинают свои наслаждения заново. И таким образом эта дорога в пламя, в огонь. Кратчайшие сроки материального наслаждения забросят вас в океан страданий. Кто-то может сказать, что хорошо, мы не будем наслаждаться, мы отрекемся от всего. Но бхога и тьяга, оба эти термины, обе эти вещи соревнуются друг с другом. Как я могу напомнить вам о том, что говорит Махапрабху с Шукламбар Брамачари. Он говорит, ты что, раз ты совершаешь аскезы, ты думаешь, ты можешь достичь меня? Демоны также совершают аскезы. И что с того? Разве они понимают Таттва Вигьяну? Почему они совершают аскезы? Они очень аскетичные, они отправляются в уединенное место, в горы, и там подвергают себя аскезам, тяжелейшим аскезам. Но какова их конечная цель, чего они хотят? В настоящий момент они выражают отречение, показывают отречение лишь для того, чтобы завтра они могли наслаждаться в 1000 раз больше, чем у них есть возможность в настоящий момент. Итак, очень важная вещь. Вы находитесь на духовном пути, и я нахожусь на духовном пути, но какова наша цель? Если у нас нет зафиксированной цели, мы никогда не достигнем успеха. Обусловленная душа всегда слаба. У нее нет чит-баллы. Если они не обретут сваруп шакти крипы, у обусловленной души нет никаких шансов. Только лишь когда эта крипа не зайдет на дживу через чистого гуру вайшнава, как я уже рассказывал об этом, только тогда может встать вопрос о том, чтобы у дживы появился шанс совершать преданное служение. Итак, опасно отречение. Отречение также опасно. Они пытаются избегать богатства этого материального мира, разнообразия материального мира. Этот мир очень прекрасен, и материалисты любят его разнообразие. Like to enjoy this material world.
То есть те, у кого есть возможность наслаждаться, они хотят наслаждаться. Те же, кто приняли отреченный образ жизни, они ненавидят все эти наслаждения. Но понимание обоих этих категорий людей ошибочное. Они не понимают, что этот мир происходит от Бхагавата Шакти, от внешней энергии Верховного Господа. Итак, они закрывают глаза на могущество Бхагавана, на могущество Его творения. Бхагаван, Верховный Господь, обладает могуществом Его творения также. Но они закрывают на это глаза. Они какие-то другие представления у себя в голове составляют. Они говорят, что Брахма — это ничто. Он, у него нет никакой силы, никакой шакти. Но, как мы знаем, говорит Прабхупад, материальный мир — это не сон. Он подобен сну. Как сравнение, вы танцуете как сумасшедший. Вы не сумасшедший, но приводится лишь сравнение. В действительности это не так, но приводится такое сравнение. Таким образом, материальный мир — это не сон, он не ложный, это лишь как сон. Потому что в этом материальном мире нет ничего постоянного. Все здесь временное. Все здесь временно. Такова Веданта Вичар, таков Веданта Вичар. Настроение, наслаждение не дает выстраивать связь с Верховным Господом. Настроение наслаждения, желание наслаждаться не позволяет нам быть в связи с Верховным Господом. Камса хотел убить Верховного Господа. Он думал, что Кришна это чинит большие проблемы, надо его просто убить и делать все, что мы захотим. Просто покончить с этой проблемой. И он пытался убить Кришну. Итак, те, кто пытается наслаждаться, обрывает связь с Верховным Господом. Потому что лишь Верховный Господь является наслаждающимся, Верховным наслаждающимся. Те же, кто проявляют высочайшее отречение, имеется в виду сильнейшее отречение, они также пренебрегают. С нашей концепцией, с тем, что... То есть они думают, что весь этот мир всего-навсего сон. И не существует на физическом уровне. Ну как такое может быть? Это же бесполезная философия. Итак, настроение наслаждения и настроение отречения может оборвать вашу связь с Верховным Господом. И в этом главная проблема. Оба эти настроения, оба эти концепции отдаляют вас от Верховного Господа. Обе эти концепции очень опасные, потому что они не позволяют вам совершать вечное служение. Обусловленная джива пытается совершать, следовать правым предписаниям, но через какое-то время она вновь падает. Весь этот мир погружен в могущество майи, в богатство майи. И обусловленные дживы постоянно хотят наслаждаться. Уши хотят слушать прекрасные звуки.
и так далее. Но чистые преданные не заинтересованы во всех этих вещах. Те, кто думают об отречении, они они берут контроль над своими органами чувств, но через какое-то время теряют этот контроль и падают вниз. Кто-то сказал Прабхупаду: «Я брахмачари, я не женат». Прабхупад ответил: «Ты брахмачари?» Ты думаешь, это как бы говорит о том, что ты брахмачари, что ты считаешь, раз ты не женатый, то есть ты брахмачари? Даже животные, они больше брахмачари, чем ты. Потому что какая-то разновидность животных, они живут в одиночестве, в одиночку. То есть то, что ты не женат, еще ни о чем не говорит, что ты брахмачари. Если бы такова была концепция брахмачари, то животные, какая-то разновидность животных, как говорится, то они в таком случае являются гораздо большими брахмачари, чем ты. Итак, сухое отречение, попытки контролировать органы чувств бесполезные, потому что они не приводят к успеху. Если вы поймете славу Верховного Господа, славу гуру и вайшнавов, славу служения, автоматически ваши органы чувств могут вернуться на свои места и не будут бежать каждую свою сторону за наслаждениями. Поэтому преданные всегда смотрят внутрь себя, но обусловленные души любят все время хотят смотреть на этот материальный мир, они хотят слушать, есть все, то есть смотреть повсюду, есть все подряд. И поэтому они постоянно сталкиваются с проблемами, они не могут понять, что есть духовная татва, сокровенная, трансцендентная татва. Ямараджи Махарадж говорит: секрет, тайна тайн. Адурвадьям, complicated, it's ambiguity, big problem, you cannot understand, because your perception power, ваша сила восприятия, восприятие ваших органов чувств и ума не могут достичь успеха в познании абсолютной истины. Поэтому Прабхупад часто говорил, что логические интерпретации не могут иметь место быть, то есть не могут находиться на познании абсолютной истины. Наши органы чувств вместе с майей попадаются в ловушку майи, то есть могут получить пинок майи. Я знаю, что у всех вас проблемы, потому что вы не можете понять то, о чем сейчас говорится, но я искренне вам обещаю, что если вы будете на 100% искренне, без всякого лицемерия, вы сможете понять. Вы сможете осознать, что этот мир временен, точно так же, как и наше тело, и все, что с ним связано. Зачем я буду тратить свое время, даже долю секунды? Махапрабху не хотел терять, точно так же, как и Прабхупад, и все представители нашей гуру-варги, даже долю секунды. В то время, как я постоянно трачу, теряю свое время. Не хожу, не слушаю харикатху, избегаю харикатху. Таково наше плачевное состояние.
Так, две эти вещи мы хотим выбросить из своей жизни, потому что две эти концепции не имеют ничего общего со служением Бхагавану, Бхагавата Севой, со служением Шри Гуру и Вайшнавам. Итак, каков же выход? Прабхупад много раз говорил, что бхакти — это естественная функция души. Как мы уже слышали, майя вечна, анадия. И по этому поводу много вопросов возникает. Чистые преданные всегда видят все окружающее вокруг него как атрибуты для служения Бхагавану. Все разнообразие этого мира, богатство этого мира для служения Бхагавану, для того, чтобы удовлетворить его. Цветы в саду, когда материалисты срывают их, они, не думая, рвут какую-нибудь красивую розу и вдыхают и аромат этого цветка. Но чистый преданный, куда бы он ни шел, уже много-много лет назад, возможно, 20-25 лет назад, однажды я повторял Харинам на берегу Радхакунды в Шри Чайтанья Матхи, Чайтанья Матхи, около Самадхи Шрила Прабхупады. И материалисты, и какие-то люди, у них какой-то свой специфический язык. Они говорят на языке, который могут понять только они между собой. И вот какие-то материалисты встали на берегу Радхакунды. Они относились к Радхакунде как к обычному пруду и стали говорить: «О, посмотри, какие тут замечательные рыбы плавают. О, мы могли бы тут наловить этой рыбы и зажарить ее». Я думала: «Ой, какие глупенькие». В водах Радхакунды они видят лишь рыб и обсуждают это. Их настроение наслаждения не позволяют увидеть им, что они находятся в Святадхаме, что они находятся в храме на Святой Земле, что стоят на берегу священного озера в кругу Гуру Вайшнавов. То есть их наслаждение настроение не позволяет увидеть им. Это настроение лишает вас навсегда возможности созерцать и понимать эти трансцендентные вещи. Итак, природа дживы очень сложна, но мы пытаемся обсуждать ее под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Такура и всей нашей Гуру Варги. Они говорят, что джива — это атомарно маленькая частица. Частица чит. Джива. Бхактивинода Такура объясняет, что джива обладает вечной формой. Он говорит об этом очень ясно в Джайвадхарме. Точно так же, как у нас есть
руки, ноги, остальные части тела. Ващин Такур также ясно объясняет, что джива обладает вечной формой, как разные части нашего материального тела, руки, ноги, глаза, нос и так далее. Соединяясь вместе, они образуют собой наше тело, проявляется прекрасная форма тела, когда они находятся каждый в своем, на своем месте. Каждый орган, то есть каждая часть нашего тела на своем месте. Точно так же прекрасное духовное тело проявляется, оно состоит из разных духовных, трансцендентных, из трансцендентных частей, то есть трансцендентные руки, ноги и так далее. Когда джива запутывается в майе, вчера я также говорил об этом, духовная форма покрывается материальным телом. Не должно возникать никаких противоречий. Я уже объяснял, что джива вечно обусловленная. Речь идет о тех, кто, кто является нитья-бадхами. Почему кто-то может возразить вечно обусловленный, в то время как существует джива, который исходит из Баладева и вечно совершает служение Бхагавану? Бхагаван, как маленький мальчик, играется. То есть, что бы Бхагаван ни делал, мы не должны возражать этому. Потому что Бхагаван дает все возможности обусловленным дживам. Обусловленные дживы исходят из татастха-шакти. Также существуют нитья-мукта-дживы, которые исходят из Баладева. То есть они на самом деле вечно существуют, вечно служат Бхагавану. Они ничего не знают о майе, но, как я уже много раз рассказывал, то есть дживы, изошедшие из татастха-шакти, порой они занимают татастха-положение, пограничное положение. Я приводил пример с идеальным газом. Ноль — это, с одной стороны, ничто, а с другой стороны, что-то. И мы уже говорили о татастха положении, но на самом деле никакая джива не может находиться в положении татастхи. Татастха имеется в виду, джива не совершает ни служение Бхагавану, ни майе. То есть такого не может быть. Одно из двух джива должна избрать. И Бхактиван Такур приводит замечательный пример здесь, в этом месте. Но мы удивляемся, почему он приводит этот пример. На самом деле нет другого выхода. Если бы он не сделал этого, мы бы не смогли понять. Поэтому Бхактиван Такур приводит пример с положение, конституциональное положение дживы, результат влияния, то есть тело дживы зависит от ее предыдущего рождения. И варна, в которой принимает рождение джива,
То есть семья, в которой принимает рождение Джива. Джива начинает в соответствии с этим совершать карму. Карму в соответствии со своей предшествующей кармой, со своими предшествующими самскарами. Таким образом, первый покров от растительного тела — это тонкое тело, затем грубое тело. И так вновь и вновь Джива принимает эти материальные тела, следуя самсаре, ну, то есть по процессу самсары. Дживы вечно обусловлены, но Бхагаван дарует им золотую возможность. Он посылает все необходимое для духовного прогресса дживы. Он посылает сюда своих преданных, чистых преданных. Преданные поют и танцуют в этом материальном мире, являя свои лилы в этом мире. В Бхагаватам сказано, Бхагаван совершает различные лилы, так что обусловленные дживы могут чтобы обусловленные души обрели возможность понять эти лилы через гуру и вайшнавов, и также покончить со своей обусловленностью. Бхактивинода Тхакур пишет в Джайвадхарме: бесконечное разнообразие и богатство в этом материальном мире, и мы не можем игнорировать богатство этого материального мира. Бесконечное богатство здесь. Даже в материальном мире богатство безгранично. Что говорить о трансцендентном мире? Бхима, то есть бхакти, преданных Господа, также безграничны, как Бхима, Арджуна. Все они любили Кришна, Кунти. Но суть в том, что каждый из них обладал разным бхакти. То есть речь идет о том, что бхакти абсолютно разнообразна, бесконечно богатая вариативность бхакти. И Кришна хочет развлекаться, играть разными способами. А мы становимся мы хотим, чтобы стать инструментами для игр Кришны, чтобы Кришна играл с нами. Если джива претерпевает какую-то боль, это относится к материальному телу и к уму, потому что боль и удовольствие — это ложные концепции, ложные понимания, понятия. То, о чем вы постоянно думаете и чувствуете, в действительности является материальными представлениями, потому что, основываясь на прошлом, настоящем и будущем, не существует вечная вечность. Сегодня вы наслаждаетесь, а завтра вы плачете. Сегодня вы печалитесь, а завтра вы перевольны счастьем. Нет никакой стабильности. Это все это проделки майи, влияние майи, могущество майя. Но это неприменимо к Верховному Господу. Как я уже сказал, об одной статье, я думаю, что она уже опубликована. Бада Мукты. Это замечательная статья, в которой Прабхупад рассказывает, что если вы думаете, что обусловленность не происходит от Верховного Господа, все неподлинное. То есть это очень важная вещь, которую необходимо понять, что обусловленность дживы, обусловленность также происходит от Верховного Господа. Если же вы будете думать, что это не так, то есть вы должны принять разнообразие этого материала, что этот мир бесконечно разнообразен.
Ради служения Рамачандре Хануманджи Махарадж так много страдал. Он даже поджигал свой хвост и чувствовал счастье, потому что это было сделано ради служения. Во Вриндаване происходило одно собрание саду. Один саду сказал, если бы Бхагаван пообещал, что если вы свое горло перережете, вы меня достигнете. Я бы сказал, что то есть это очень слишком простой, дешевый способ достичь Бхагавана. Вы не можете даже какие-то маленькие удовольствия оставить ради Бхагавана, но преданные готовы отдать свою жизнь, свою собственную жизнь посвятить, принести в жертву Бхагавану. Те, кто готовы нырнуть в огонь Санкиртаны, Санкиртна Яги, они являются настоящими представителями Гаудия Мадха, Сарасвата Гаудия Вайшнавами. Не каждый может сказать о себе, что он Вайшнав, потому что то есть, если ты ставишь тилак, это еще ни о чем не говорит. Таким образом, основываясь на то есть, в концепции времени, настоящее, прошлое и будущее, нет понимания вечности. То есть истина, она вечна. Но в нашем случае сегодня мы испытываем одно, завтра другое. То есть нет никакой стабильности. Боль и счастье сменяются очень быстро. Когда обусловленная душа страдает из-за майи, тем не менее, Бхагаван дает ей очень много возможностей. Начиная с обусловленного ума, заканчивая высочайшей Махабхавой, то есть Бхагаван дает возможность для прогресса дживе. Он посылает саду, гуру и вайшнавов, различные писания дает этому миру, и даже сам приходит в этот мир. Когда Кришна пришел, люди не могли понять того, что это сам Бхагаван, и люди критиковали его за его поведение, тогда он вновь явился в этом мире как Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Бхагаван дарует нам так много возможностей для развития духовного, развития бхакти. Джагананда Пандит пишет, что очень сложно обрести общество саду в Векале, чистого саду, встретить чистого саду. Бхактивинода Такур говорит, путешествие по различным континентам, странам, объездив всю землю, города, деревни. Если вы очень-очень удачливы, возможно, вы встретите чистого саду. То есть встреча с чистым саду — это не что-то простое, это не шутки. Гуру и вайшнавы даруют вам амриту, льют амриту в ваше сердце. Но вы отказываетесь от нее, говоря, что «нет, я не хочу это принять». Санатана Госвами говорит. Вайшнавы настолько милостивы, что они не могут терпеть наши страдания, в которых нет никакой необходимости. Они хотят
Мы настолько глупы, мы слепы, мы не можем видеть ту возможность, которую нам дает Гурудев и Бхагаван, насколько они милостивы к нам, дают нам эту возможность, но мы настолько неудачливы, что закрываем глаза на то, что они дают нам. Мы растрачиваем нашу удачу, таково наше плачевное положение обусловленной души. То есть, когда во время спектакля кто-то должен играть роль Путаны, кто-то должен играть роль Кришны, Нанда Махараджи и так далее. В противном случае не состоится спектакля. Кришна в игривом настроении постоянно, несмотря на то, что бесконечные дживы выражают бхакти Кришне, Кришна говорит, «Мое разнообразие бесконечно». Таким образом, я знаю, что бесконечные дживы хотят служить мне. Все это я знаю, но тем не менее, я хочу еще новые обусловленные дживы, чтобы они вернулись к тому сознанию при помощи садусанги, и чтобы они обрели сварупшакти крипу при помощи гуру вайшнавов и начали служить мне замечательным образом, то есть очень таким образом, от которого они будут испытывать удовольствие. Когда обусловленная душа достигает успеха, она может совершать такое служение. В своем обусловленном состоянии это невозможно для дживы. Таким образом, мы должны хорошо задуматься, глубоко задуматься об этих вещах, о том, что я был очень счастлив, очень доволен прочесть письмо из Словении. Я был очень рад, что преданные так задают такие глубокие вопросы. Я ни от кого больше подобных вопросов не видели, кроме как от этого преданного из Словении. Как я уже сказал, Бхактивинода Тхакур говорит, когда дживатма достигает успеха, Нитья-ситхи-джива, совершают служение Дживы, исходящие из Баларама, совершают вечное служение. У них нет никакой связи с Майей, они не знают ничего о ней. Таким образом, я обсуждал этот момент, что нитья-ситхи, дживы, если вы занимаете положение садхана-ситхи, если вы хотите стать нитья-ситхой, вы должны стать... Если вы хотите стать садхана-ситхой, вы должны... Вы должны стать вечным преданным, вечно преданным, как в случае с Биламангал Такуром. То есть Махапрабху никогда не относился к нему так, что раз у него была такая жизнь грязная, то сейчас я его не могу слушать. Нет, он никогда этого не делал. То есть они являются лишь такие лилы для того, чтобы... Как в случае с Рупой Госвами Падом.
And I can discuss so that scientifically, so that you can understand. Time factor is eternal. Mahakal is eternal. So, вечное время, Махакал. Если какая-то дживатма достигает успеха в настоящий момент, тогда вечность удовлетворена. Как я уже говорил, если... То есть бесконечность минус бесконечность все равно это та же самая бесконечность получается. Точно так же, если сложить бесконечность, точно так же получается бесконечность. Как я уже объяснял, Джива Сварупа, духовное наше тело, фигура духовная, то есть для всех обусловленных душ Бхагаван создал духовные тела, духовные фигуры, то есть духовные тела. В будущем я расскажу эту шлоку в деталях. Если сейчас скажу о ней, то вы не сможете понять. Итак, вечная сварупа дживы вечно существует. Необходимо лишь открыть ее. Бхактивинода Тхакур говорит, как только према бхакти проявляется в сердце дживы, положение Тя-Сиддхи проявляется. То есть и становится очевидно для всех. Много сомнений может прийти на этот счет, но сейчас необходимо покончить с ними. Попытайтесь понять, сварупа Нитья Сиддха Бхава присуща дживе. Она находится в сердце дживы. И она ниоткуда не приобретается снаружи. То есть она садья. То есть она не внешняя, то есть она внутри дживы. Садхана — это метод пробуждения Нитья-Сиддха Бхавы. Бхактивинода Тхакур говорит, как только сияющая, чистая форма сварупы проявится, не останется никакого другого, никакой другой примеси, никакого покрытия. Лишь тогда откроется статус Нитья Сиддха Дживы. То есть имеется в виду Нитья статус Дживы, вечный статус Дживы. Таким образом, необходимо понять этот момент очень подробно, очень ясно. В противном случае будут проблемы. Бхагаван посылает так много таттва-сиддханты в этот материальный мир, но кто пытается ее, кто может ее понять? Шастры присутствуют здесь, но как мы сможем понять их без гуру и вайшнавов? Вы можете купить тысячи книг на рынке и попытаться извлечь сливки из этого, но что у вас получится? Один молодой человек пришел в мат, получил посвящению Гуру Махараджа, и он нисколько не хотел совершать служение. Он думал, что служение — это трата времени. У него было много денег, и он купил тысячи книг.
много книг, новые книги у него были, а я наблюдала за ним. Он говорит, мне очень нравится сидеть тут и читать. Я смеялся над этим. И через какое-то время он покинул матх. Итак, понимание бхакти материальными дживами полностью ложно, полностью неправильно. Если мы хотим исполнить желание Прабхупады, скоро будет день явления Шрилы Прабхупады. Обычно я отправляюсь в Пури для того, чтобы рассказать там Харикатху, но в этом году я туда не поеду. Итак, если я увижу, что все вы больше не хотите слушать Харикатху, то есть вам больше не интересна Харикатха, я также перестану рассказывать ее. То есть как только я увижу, что вы не заинтересованы больше в Харикатхе, я замолчу. Потому что мне не нужны никакие гирлянды и ничего подобного. Итак, Бхададжива. Необходимо понять, что Махапрабху никогда не хотел оскорбить каким-то образом Биламангала Такура, лишь за, то есть за его предыдущую жизнь. Точно так же в случае с Джагая Мадаем. Он говорит, я предупреждаю всех, никто не должен ни слова говорить о их предыдущих делах. Потому что сейчас они получили милость Нитянанды, получили милость Гоуры. То есть они получили милость Сварупшакти, другими словами. Они совершают служение и не хотят полностью забыть о своем грязном прошлом. Таким образом, нам не за что критиковать их. Нельзя критиковать их за их предыдущие ошибки. Поэтому наши предшествующие ачарьи, Кришнадас Караджгасвами, говорит, я более греховен, чем Джагай Мадай. Черви в испражнениях гораздо лучше, чем я. Тот, кто произносит мое имя, теряет свое благочестие. Кришнадас Караджгасвами говорит, тот, кто слышит мое имя, теряет благочестие. Тот, кто произносит мое имя, грешит. Настолько я греховен, настолько я падший. Если мы посмотрим на линию нашей Гуруварги, то есть если сам Кришнадас Караджгасвами так себя называл, каково же мое положение? Мы не можем переварить Харикатху Гуру Вайшнавов, мы гневаемся на эту Харикатху. То есть такое ложное эго убьет меня. Мою духовную жизнь убьет. Таким образом, если Кришнадас Караджгасвами и Гуру Варга проявляют такое смирение, философия Тринадапи, то есть мы видим все это в книгах, но мы не хотим применить это в своей жизни. Мы думаем, что это должно находиться в книгах в напечатанной форме, но неприменимо к нашей жизни. И Бхагаван говорит в Гите,
существует четыре разных типа людей. Джигьяса, Арджуна и так далее. Чатуршан. Прабхупад говорит, если вы услышите точное объяснение этой шлоки, вы с ума сойдете. Необходимо очень внимательно точно понять, о чем тут идет речь. В противном случае вы получите лишь зеленый банан в своей духовной жизни. То есть не думать так, что вы достигли одной из этих категорий. Бхагаван говорит, под руководством Рупы Госвамипада Прабхупад пишет, когда одна из этих четырех категорий, когда четыре вида садаки, один из этих четырех видов не получает должной сатсанги для того, чтобы очистить свои анартхи из сердца. Так, необходимо очень ясно понять, о чем говорит Бхагаван. Что существует четыре типа саду, и четыре типа людей начинают баджан. Но конечная суть в том, что если кто-то выходит из одной из этих категорий, но и не заинтересованы в подлинной сатсанге и саду-катхе, не хотят покончить с анартхами, они не могут относиться к одной из четырех категорий. Только лишь те, кто заинтересованы в Ананья Бхакти, они и только они, тогда и только тогда, они могут стать преданными, могут совершать право совершать Бхакти Бхагавану, то есть Бхакти Адхикар получает. Но Бхакти Судурлабха очень редко. Это шлока из Васисамрита Синду. Также в Хари Бхакти Виласе, Бхакти Расамрита Синду, любые страдания уйдут из вашей жизни, клеш огни. Любые страдания, в которые вы помещены, уйдут. Даже освобождение вам будет не нужно. Вы будете думать, что это совершенно бесполезная вещь. Я могу ставить тилок, рассказывать лекции, что тогда я великий преданный, великий ачарья.
Это глупость. Постепенно вы будете ощущать густейший поток наслаждения. Как если вы молоко ставите в духовку, возможно, там 5 литров, но на огне, а то есть на огонь, если вы ставите 5 литров молока, вы помешиваете, и потом постепенно эти 5 литров молока укипают в 1 литр. И он очень вкусным становится, это молоко. Это такое близкое сравнение. Нет другого пути рассказать об трансцендентном мире. Бхакти может сковать Кришну, привлечь Кришну, притянуть Кришну. Она обладает таким могуществом, что Кришна не может устоять перед ним. Настолько сильно бхакти. Кришна чувствует беспокойство. О, Гаджендра зовет меня, я должен пойти к нему. Такова связь. Браджаваси совершает прекрасный киртан, но вы не можете понять, о чем они поют. Но это очень замечательный киртан. Кришна чувствует беспокойство от преданности своих преданных. Таково очарование бхакти. Итак, нам не в чем обвинять Кришну, потому что Кришна предоставил все возможности дживе. У нас обусловленный ум, но тем не менее Кришна дает бесчисленные возможности. Джагананда говорит, очень сложно сыскать чистого преданного, и тогда сам Бхагаван снизошел сюда. Вы все должны читать прямую Виварту. Каждый должен читать прямую Виварту для того, чтобы понять совершенство премы бхакти. Джагананда пишет, Бхагаван принял решение прийти в этот мир. В форме саду, гуру и вайшнава сам Кришна пришел. Сам Кришна пришел как Гауранга. Мы принимаем омовение. Все принимали омовение. Таким образом, мы очень удачливы. Постоянно должны помнить об этом, потому что если вы не будете чувствовать вдохновление к общению с Шигуру и Вайшнавом, если из-за аппарат, который вы совершили, вы не будете этого испытывать, то ваше сознание пойдет вниз. Но день за днем я обещаю вам, что в
вы увеличите, взрастите свое сознание. Не будет даже вопросов о том, чтобы куда-то назад. Но если вы будете совершать аппаратху и будете лицемерны, у меня нет никакой ответственности. Бесконечные дживатмы. Кто будет о ком заботиться? По благоудаче я получил общение с Шрила Бхакти Прамадпури Госвами Махараджем. Я рассказывал так много вещей о том, как дживатма никогда не сможет получить бхакти, только лишь прикосновение. То есть сама по себе имеется в виду, но... То есть, как мы уже объясняли, дживатма, то есть према заключена, то есть огонь, он уже находится в дереве, но для того, чтобы он проявился, необходимо соприкосновение одного дерева с другим. Необходимо быть внимательным. Также вы должны быть внимательны по отношению к одной шлоке из Бхагаватам. Очень важный момент. Майя исходит от Бхагавана. Это его внешняя энергия. Но майя никак не влияет на Бхагавана. Это очень важный момент. Глупцы, погруженные в невежество, думают, что Бхагаван родился в этом материальном мире. Возможно, на него майя влияет, и поэтому он так себя ведет. Невежественные люди думают, что Бхагаван также погружен в майю. В противном случае, зачем бы он стал жениться на 16 тысячах восьми царицах? И люди думают, что это что-то плохое. Они не понимают о том, кто есть Верховный Господь. Они сравнивают Верховного Господа с собой. Гуру и Вайшнавы определенно возвышеннее, чем мы, но насколько? Чуть-чуть возвышеннее, а потом уже все. То есть какой-то лимит, думают. То есть у нас такая концепция по отношению к Гуру и Вайшнавам. Это материальная концепция, материальное представление, поэтому мы не можем достичь успеха. Пока эта материальная концепция будет сохраняться в нашем уме, мы достигнем бхакти, не достигнем. Мы можем стараться вновь, вновь и вновь, жизнь за жизнью. Мы не достигнем бхакти. Это невозможно. Я могу даже достичь саттвика бхавы, запомнить много шастр. Но бхакти настолько редкая вещь. Никакого бхакти не может быть. Потому что в таком случае бхакти очень редка. Невежественные люди думают, что Бхагаван обладает каким-то влечением. Но на самом деле он полностью свободен от каких бы то ни было привязанностей.
абсолютно Бхагаван отречен. Нет даже запаха никакого материального привлечения. Такова особенность Верховного Господа. И его возвышенное положение. Наш мозг, наш разум находится под контролем Атмы. Благодаря присутствию Атмы у нас есть мозг, разум, но, тем не менее, мы не можем его понять, постичь, потому что наш ум осквернен. Наш разум должны быть чистыми, как чит. Но это не так, потому что мы... Мы не можем понять трансцендентное, что есть трансцендентное счастье, потому что мы осквернены. Наш разум, наш ум осквернен. Мы можем видеть, что Бхагаван приходит в этот материальный мир, играет со своими друзьями, смешиваясь с Пракрити, с природой, якобы. Но Бхагаван никогда не под влиянием трех гун материальной природы. Такова особенность Верховного Господа Бхагавана. Почему мы не можем понять, что такое Бхагаван? Потому что мы хотим соревноваться с ним. Хотим соревноваться с Гуру и Вайшнавами, поэтому такие люди с таким желанием никогда не поймут, не постигнут этой татвы, потому что у них настроение соревнования, соперничества. Ну, если Бхагавану можно, то почему бы и мне это не сделать? Вы можете покинуть меня, но я не позволю вам заниматься такими вещами. Потому что я знаю, насколько редка человеческая жизнь. Насколько... Как я могу позволить вам играться с огнем, если я люблю вас? Вы можете покинуть меня, но я не позволю вам делать этого. Я не позволю вам играться с огнем. Я хочу, чтобы вы полностью сосредоточились на служении, не на материальном богатстве и так далее. Моя жизнь под контролем Гуру и Вайшнавов. Я не прикладываю никаких отдельных усилий для того, чтобы получить свою жизнь. Вчера я говорила о Нараджа Махараджа. Я думаю, что очень хорошо, очень практично прежде говорить о предыдущей жизни Нараджи Махараджа, прежде чем пойти вглубь. Таким образом, Нараджи Махарадж говорит Вьясадеву Махараджу, причина, по которой все дживатмы скитаются по 14 материальным мирам, талляббате дукхабад аннатахо сукхам калена яр калена сарватра гавир рангаса. Follow what I say. Такова причина, почему скитаясь по 14 мирам, они хотят отыскать амриту, то есть я должен
прекратить свое скитание по этому материальному миру. Джива, то есть очень редко можно получить такую возможность для Дживы, который скитается по материальным мирам. И порой по удаче Джива то есть дживатмы рождаются и умирают, но удачливая джива приходит в соприкосновение с вайшнавами. Вверх и вниз, Брахма Лока и низшие планеты. О, Арджуна, от Брахма Локи до самого низа дживы скитаются. So in course of traveling, which is not at all possible to get, by chance you can. Talabbati dukhyabad annataho sukham. Kalena saravatra gavira ranghasa. By the strong footing, of Mahakal, Maya, Kalena saravatra gavira ranghasa. Very secret, you know, strong pace of Maya, marching, left, right, going up. And bonded soul, they're so ignorant, so foolish, so idiot. В условленные души настолько невежественные и глупые, что не могут понять. Maybe 10 minutes after, I can go away from this material world. No security. Что они могут оставить этот мир в любой момент. Они не понимают, они не знают, когда точно они оставят этот мир. Зачем я должен тогда, в таком случае, зачем я должен брать на себя риск и заниматься чем-то, кроме баджана? Если у джив есть опыт, то есть, как, чтобы сейчас они не претерпевали счастья или страдания, в любом случае, все закончится смертью. Обычно вначале все очень хорошо, но затем Джива плачет, как в случае с Атмадевой. In your luck, Саньяси говорит, что то есть, по судьбе тебе не положено иметь ребенка, сына. Но этот царь настаивал, нет, я хочу этого ребенка, в противном случае я умру. Он уже был готов утопиться, но саду не позволил. Ну, он сказал, что он пытался его убедить, что тебе по судьбе не положено сына. Но если этот ребенок родится, и он умрет, что ты будешь делать? То есть, как ты будешь страдать? Как в случае с Читракету Махараджем. Очень легко рассказывать лекции. Да, этот мир временный, то есть, но легко говорить, но сложно реализовать и осознать. Как в случае с Гокарнаджи Махараджем. Гокарна Махарадж сын Гоматы. Атмадев думал, что раз я дал этот фрукт своей жене, вот он и родился, то есть я его отец, но в действительности это не так. Потом, когда у него родился сын-негодяй, он начал плакать, что почему такое произошло. Но когда его предупреждал Саньяси, он не слушал его.
Таким образом, обусловленная душа все время что-то требует, она все чего-то хочет, она хочет то, это, и нет границ ее, нет границ ее желаниям. Но они не получают удовлетворения. Они, в конце концов, сталкиваются со страданиями, потому что таким образом вы не сможете через эти, через это счастье, вы не сможете через свои желания, вы не сможете войти в трансцендентный мир. Вы не сможете достичь блаженства, которое возможно лишь для трансцендентного мира. Васудевджи Махарадж говорит, в прежней жизни сын, я был сыном, говорит Нараджа Махарадж, сыном очень бедной служанки. Она служила браманам. В конце концов, Нараджа Махарадж сказал, что мне необходимо встретиться с группой саду, с... в конце концов, Нараджа Махарадж повстречал саду, несколько саду. Они остановились в их доме на время Чатурмаси. То есть, по правилам Чатурмаси необходимо оставаться на одном месте. И саньяси так подумали, что это подходящее место для нашего пребывания, и они остались на Чатурмасию, в этом месте, месте, где жил Нараджи. Они совершали там киртан. И саду, с самого начала наблюдали, смотрели, я очень... то есть они стали наблюдать за Нарада и увидели, что он очень умиротворен, очень спокойный. Обычно дети хотят только играться. Они могли играться по 8 часов. И Бабджи Махарадж говорит, я тоже точно так же играл по 8 часов. И саду наблюдали за мной, говорит Нараджа Махарадж, и видели, что у меня нет никакой привязанности к материальным наслаждениям. Саду видели, что у меня нет привязанности к играм, я постоянно умиротворен. Несмотря на то, что я был маленьким мальчиком, у меня не было желания всего этого. То есть я всегда был шанта. Шанта означает умиротворенный. Все мои органы чувств были под контролем. Порой мы видим, что какие-то бизнесмены сидят спокойно на своих стульях. Допустим, он какой-то поставщик железа, то есть какой-то бизнес у него с железом связан. Они сидят как очень умиротворенно, очень спокойно, как какие-то великие преданные, то есть в тхоте, на полу лежа, на подушке, облокотившись на подушку, и когда мы... То есть мы видим, что внешне порой они очень спокойны, эти бизнесмены, но на самом деле они не являются таковыми, это лишь внешнее видение.
То есть имеется в виду какие-то торговцы, которых мы наблюдаем на улице, которые что-то продают, владельцы магазинов. В Индии можно увидеть их часто. Или внешне порой так ошибаются люди, смотрят на каких-то саньяси, на каких-то махараджи, думают, такой умиротворенный, но в голове у него лишь желание как побольше собрать денег. То есть внешне очень хорошо выглядит, выглядит замечательно ачарьей, но если мы посмотрим глубже, то увидим, что у него полно материальных желаний. Итак, те, кто является татва-гья, они, их невозможно обмануть. Они лишь посмотрят на одно-два... То есть имеется в виду, посмотрят на ваше поведение и сразу же все поймут. То есть... Но обычные люди не могут понять, не могут понять по поведению. Они смотрят на внешние вещи, смотрят на то, сколько я, насколько выгодно мне общение с таким саду. А те саду, которые настоящие, они все время говорят строго, и поэтому к ним никто не хочет идти. Итак, порой вы можете обмануться, пытаясь определить, кто есть истинный саду, кто нет. То есть, так вот, как в примере с торговцами, необходимо применить такую ситханту. Необходимо посмотреть на то, что у них внутри. То есть, у них не должно быть никаких желаний. В таком случае они будут постоянно умиротворены. Если же мы смотрим на каких-то материалистов, которые внешне выглядят спокойными, умиротворенными, надо понимать, что внутри у них полно материальных желаний и полно беспокойств. Прабхупад говорит, что только лишь мы можем верить чистому саду. Единственное, кому мы можем доверять, это чистому саду. Даже ваши друзья, ваши мама и папа недостойны вашего доверия. Мы можем верить То есть, если даже весь мир будет разрушен, то вы будете получать ту же самую любовь от них, или даже вы, если вы не будете пренебрегать, если вы будете пренебрегать вайшнавами, если вы даже пнете его в грудь, то они не перестанут любить вас. Они лишь будут смиренно говорить, что я пытался дать ему наставление, а он не хочет меня слушать. Ну, наверное, это устройство майи. То есть никогда не прекратится любовь подлинного саду. Итак, Нараджи Махарадж продолжает свою историю. Я видел, что они видели, что я очень умиротворен и что мои органы чувств под контролем, что мне неинтересны игры. Я следую саду. Я в Анугате. Они увидели мое стремление к следованию саду. То есть так много... То есть все эти слова... характеризует Нарада Муни, и все это саду назвали так Нарада Муни. Материально я не был очень умен, я не был умен, я был прост. Но в то же самое время они не видели никаких беспокойств во мне, несмотря на то, что я был маленьким мальчиком. Но несмотря на это, у меня не было никакого интереса к играм. И в то же самое время я полностью следовал саду. Я выражал нугатью по отношению к саду, то есть я принял их покровительство. Поэтому саду были чрезвычайно довольны мной. И что произошло затем? Нараджа Махарадж говорит, они смогли осознать, что я хочу служить,
Порой Нараджа Махарадж отправлялся в лес, собирал дрова. Порой он собирал цветы и фрукты. Они совершали киртан, саду совершали киртан. Когда время харикатхи, я должен отбросить все. Все, что не казалось бы мне важным. Я должен садиться и внимательно слушать харикатху. Такова сиддханта саду, то есть такова философия саду. Потому что харикатха — самое главное. Но мы в нашей жизни, как в школьной жизни, у нас есть какие-то вариации. То есть, на самом деле, харикатха — это самое главное в нашей жизни. То есть у нас такое, если у меня есть настроение, я слушаю харикатху, я иду на харикатху, если нет настроения, то нет, мне неинтересно. То есть такого быть не должно. В нашей жизни это харикатхаш — нечто вторичное. Но не должно быть так. То есть я не рассказываю какие бы то ни было истории. То есть, ну, часто, то есть чистый саду не смотрит, сколько человек слушает его. Я видел, что мой Гуру Махарадж рассказывал харикатху одному человеку, потому что харикатха есть харикатха. Итак, эти саду наградили различными титулами Нараджа Махараджа. И затем эти саду, говорит Нараджа Махарадж, решили благословить меня, наделив милостью. Не думайте, что если вы даете мне какие-то пранами и пожертвования, я буду говорить то, что вы хотите. Нет, вы не сможете меня купить. Вы можете купить меня любовью, подкупить любовью. Муни молчание. То есть мауна, от слова мауна происходит, мауна означает молчание. Итак, те, кто не говорят всякую ерунду, таково определение слова муни. Те, кто не хотят говорить ни на какие материальные темы, они мауны, по-настоящему молчат. Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, все они относятся к этой категории, потому что, что бы они ни говорили, они говорили в связи с Кришной, говорили о Кришне. То есть саду размышляет так, что ей зачем принимать обет молчания, когда есть возможность рассказывать харикатху. То есть если я дам... захочу совершать мауна-врату. То есть прежде я занимался этим, говорит Махарадж, потому что я в основном занимался вани-севой, то есть имеется в виду публикациями. И тогда я мог молчать и просто спокойно заниматься своим служением. Но сейчас вы задаете вопросы, мне необходимо отвечать на них. То есть и вот эти аскезы, для чего я их совершал? Для того, чтобы получить больше и больше служения. Не для того, чтобы избежать служения. С настроением, чтобы Бхагаван послал мне еще больше служения. Это не было так, что... Anyway,
Так, они наделили меня милостью. Они очень мало говорили. Порой они лишь произносили одно-два слова. Они не говорили всякую ерунду, всякие глупости. Однажды из своей любви они хотели дать мне их учиштху, остатки их пищи. То есть могущественнейшее лекарство в Харибаджане — это учиштха, остатки пищи чистого преданного. То есть они давали мне остатки их пищи. Они, позвав меня, «Ой, сын мой, пожалуйста, подойди, вкуси это». Приняв эту учиштху, все мои, все греховные вещи ушли из моего сердца, покинули меня. Только лишь однажды я только лишь принял прасад, и тут же все грехи, все греховные реакции испарились. Только посмотрите на могущество остатков пищи чистого преданного. И не только это. Когда я избавился от греховных реакций, в это время он начал постепенно памятовать саду санги, после того, как саду ушли. Он думал, то есть в уме он таким образом практиковал, памятая об общении, которое получил. Когда они наделили меня милостью, мантрой, упадеши, наставлениями, я старался изо всех сил следовать им. Я взрастил свой интерес, то есть к Бхагавата Вайшнава Дарме. Я развил огромный интерес к следованию саду. Я видел, что их поведение настолько замечательно. Они совершают киртан, их поведение настолько совершенно образцово. Я все время вспоминал, как замечательно они совершали киртан. Итак, я развил привязанность к саду, но они в конце концов ушли, потому что саду не живут в одном месте долго. Они постоянно путешествуют. И Нараджи Махарадж открывает нам один сокровенный момент, что прежде чем уйти, они дали мне очень важный совет. И то, о чем говорит Нараджи Махарадж, очень важно. Необходимо применить его в своей жизни. Тайна тайн. Татва гьяна. Из своей любви, саду,
даровали мне татва-гьяну, милость. И эта татва-гьяна настолько чиста, что я легко смог обрести Бхагавата-севу. Если я буду следовать татва-гьяне, пытаясь организовать свою жизнь таким образом, определенно я встречусь с Верховным Господом. Я могу бросить вызов. Если я буду следовать Бхактивинода Такуре и Прабхупаде, то никто меня не сможет остановить, никакие внешние обстоятельства. Такой верой я обладаю. Они дали мне сокровенную татва-гьяну, благодаря которой я смог встретиться с Верховным Господом. Имеется в виду, я смог получить служение Верховному Господу. И такую могущественную мантру они даровали мне. Also, by the help of this Tattva Gyan practice, I can also meet with Supreme Lord. Anna Vachan, they are going to advise before going ahead. They are going to give me this mantra. То есть прежде чем уйти, сада наделили меня этой могущественной мантрой, потому что они видели мою привязанность к ним. Если я не понимаю, что такое майя, как я могу оставить ее? Нарджа Махарадж говорит, что при помощи татва-гьяны все творение Верховного Господа Васудевы я смог понять, каково могущество майя. Я осознал, что есть майя. И когда мама маленького Нарады, очень маленького, ему было всего 7, а может быть даже 5 лет, и когда мать оставила тело, он не плакал. Когда единственная поддержка в его жизни оставила этот мир, он не плакал. Почему? Потому что татва гьяна раскрылась в его сердце. Он понял, что такое майя. Если вы не можете понять, что есть майя, как вы можете ее преодолеть? То есть знание необходимо, опыт, осознание необходимо. Итак, Нарджа Махарадж говорит, что при помощи татва гьяны я смог осознать, что есть майя Бхагавана Васудева. При помощи татва-гьяны каждый может достичь лотосных стоп Бхагавана. Таким образом, саду ушли, и мать оставила этот мир из-за того, что ее укусила змея, и я стал думать, что делать теперь. То есть у него ум был полностью сконцентрирован, не было никакой нестабильности ума. Прежде он и так был сосредоточен, но после того, как садху наделили его мантрой, он был полностью сосредоточен. И он подумал, что это благословение, что моя мать оставила этот мир. То есть при помощи татва-гьяны такой маленький мальчик смог осознать, что есть майя. Он понял, что у меня нет никакой связи с этой дживатмой, которая пришла в мою жизнь как моя мать.
кто такая мать, кто такой сын, кто такие друзья. Все это бесполезные связи. Он начал думать, что это благословение Верховного Господа. Но мы не можем так это воспринять. Мы думаем, если кто-то оставит этот мир, мы начинаем рыдать. Почему вот эти, за что это нам? Но для чего мы слушаем Харикатху? Итак, маленький мальчик, Нараджи, говорит, я принял решение покинуть это место, потому что у меня не было привязанности ни к чему. И затем, путешествуя на длительнейшие расстояния по разным деревням и так далее, повсюду я скитался, я путешествовал, и в конце концов я устал и встретился и пришел на замечательный пруд, откуда я решил испить воды, принять омовение. Я чувствовал некоторую слабость и принял решение уснуть на берегу под деревом. И затем я начал думать о советах, которые дали мне саду, о наставлениях, данных мне саду, о том, как они совершали харикатху, киртан. Они совершали киртан. И благодаря этому я смог осознать, как, насколько прекрасен Господь, Бхагаван, то есть... Как только я уснул, я увидел сон. Мое сердце было расплавлено тем, что я увидел во сне. Я сконцентрировался, я медитировал, закрыв глаза на лотосные стопы Бхагавана, и немедленно я почувствовал что-то в сердце, как будто бы мое сердце было переполнено бхавой, любовью. Я чувствовал беспокойство, когда и как я встречусь с Верховным Господом. Слезы текли по моим щекам, автоматически начали течь слезы. То есть я получил даршан Верховного Господа всего лишь на секунду. Я увидел, насколько прекрасен Господь. Как только я увидел Его лотосные стопы в этом сне, я развил какую-то прему, какую-то особую привязанность, и все волосы на моем теле стали дыбом. Я чувствовал, что никакая материя больше не повлияет на меня. Я чувствовал невероятное удовлетворение. Я испытывал экстатические эмоции. Такие, как если бы течение воды уносило меня. Как говорит Прабхупада Сарасвати Такур, повсюду наводнение, но вода не касается меня, потому что я грешник.
So Ananda Sanplave Lino, as if I cannot remember anything. And I cannot see this material world. Bhagavan also I cannot see. Я не вижу ни Бхагавана, ни... Я больше не вижу Бхагавана. Он исчез. Чтобы увидеть лотосные стопы Бхагаваны, я вновь и вновь стараюсь, но каждый раз претерпеваю неудачу. Вновь и вновь я хотел видеть. Я пытался сконцентрироваться на стопах Господа. Immediately when I'm crying and crying heavily, even как только я начал, то есть я сразу же начал горько плакать, и находясь в этом лесу на берегу озера, что Прабху, я плакал, почему ты лишь на секунду даровал свой даршан, почему ты ушел. И затем он услышал голос небес. Этот голос был преисполнен привязанности. Очень чистый голос. Он хотел утешить меня. То есть это было очень... Я испытывал горе от того, что потерял видение Господа, и голос с небес начал утешать меня. В этой жизни ты больше не увидишь меня. Зачем же ты дала мне свой даршан? Для того, чтобы вдохновить тебя. Что я невыдуманный, что я настоящий. Это не выдумки. Вы можете встретиться с Кришной, вы можете поцеловать его, любить его. Не думайте, что это какой-то обман. Ты не сможешь меня больше увидеть в этой жизни. Ты совершаешь баджа, но он еще не зрелый. В детстве мы видели, как мама готовила рис. Тогда в то время еще не было кастрюль с прессом. То есть мама, между тем, делала другую работу по дому и проверяла, готов ли рис. Она черпала его ложкой и проверяла, насколько он готов. И если рис не был доготовлен, то его невозможно есть было. И точно так же Прабхупад говорит в лиле с Гаджендрой, Гаджендра Мокша, то есть, когда анартхия еще присутствует, они очищаются с помощью баджана. Процесс приготовления точно так же сравнится с процессом приготовления риса. То есть, или когда золото очищают путем обожжения, то оно становится все чище и чище. Бхагаван говорит, что тебе не нужно плакать по этому поводу. Я был вынужден показаться тебе лишь на секунду, на долю секунды, для того, чтобы ты испытал колоссальное влечение ко мне, чтобы ты развил вдохновение. Долгое время
ты пытался совершать севу саду. При помощи... То есть ты совершал служение саду в течение Чатурмасии, и Бхагаван наделил тебя благословением. Я обещаю тебе, я благословляю тебя. Когда ты оставишь тело, ты получишь служение мне, обретешь служение мне. Тебе не нужно переживать по этому поводу. И Нарджи Махарадж говорит, я путешествую по этому миру и жду последнего момента своей жизни. То есть я жду, когда моя жизнь окончится, потому что Бхагаван дал мне обещание. То есть Бхагаван обещал, что в этом теле уже невозможно получить даршан, но это произойдет в будущем, после того, как он оставит это тело. Я не могу покончить жизнь самоубийством, я должен ждать. И поэтому я путешествую повсюду, воспевая славу Господа. И через какое-то время, немедленно, я почувствовал, что наступает последний момент моей жизни. Мое сердце очистилось воспеванием славы Верховного Господа. Как молния, которую мы видим на небе во время грозы. Праджуджамане маи твам судьям бхагаватим танум арабдха карма нирвано напатат панча бхаутикаха. But thinking, праджуджамане маи твам Судьям Бхагаватим Танум Арабдха Карма Нирвано Напатат Панча Бхаутикаха Банча Калпатуру Секи Пасинда Бхавча Патитанам Павана Бхавашна Бхьонам. Next Сарикатха I can try to discuss. Try to think over and again about what all Tattva you are hearing very sincerely